Дорогие друзья, есть обращение, на которое, считаю правильным, обязательно ответить, что же все-таки со строительством дороги по улице Миниакина, и средства найдены, и проектная организация выполнила работы, исправив все ошибки, потому что сорвался конкурс по вине именно проектной организации, потому что некачественно был выполнен проект. 30-го конкурс должен быть завершен, подведут итоги, и надеюсь, что тот, кто победит в этом конкурсе, начнет работы незамедлительно. Есть время, его немного, но учитывая, что сама протяженность этой дороги не такая большая, всего 479 метров, придется организовывать работу эффективно. По-другому не получится, потому что как только придут минусовые температуры, вести работы нельзя будет. И не нужно здесь никакие отговорки придумывать. И хотелось бы, чтобы жители, проживающие рядом, если увидите что-то не так, обязательно говорите. Нам важно, чтобы и коммуникации были заменены, и необходимые проведены. И здесь надеюсь на вас.